Покушать пока. Не, он сейчас подавит. Не, он не подавит. Жадность — это не порог. Потерял виноград, потерял. Отойди. Чего там еще купили? Киви, виноград и клубника. В общем, Аня написала, позвонила Ане нашей, этой Милёвой Кравченко, попросила, чтобы написала на пост о том, чтобы привезли хоть что-то. Сейчас, говорят, на Кондратьевском рынке клубника очень дешевая. Кто-то говорит, не понял вкус какой-то вкусный. Клубнику попробовал.